подтянуть, сейчас слышно. С поездки подшипник левый стерся от меня, сейчас подзвенкивает. Ну, по крайней мере, полностью доехали от точки до точки. Да, ну ты отчет мой видел. Видел, конечно. Я за вами, за всеми слежу. Просто я редко появляюсь. Почему? Потому что есть там определенная категория людей, ну ты помнишь, да, которые почему-то очень так относятся. Знаешь, вот тут как штыки вот меня воспринимают, я не знаю. Вот. Ну есть там вот, есть там, хотя... Ну ты знаешь, среди тех, кого я знаю, я таких что-то мало наблюдал. Не, ну они как бы отсеялись, все эти люди, их уже там практически нет никого. Так, это самое интересное. Я стол поставил, поднял. Что, Рубилова будет? Да, чувствую, так нормально будет. Ну вот был какой-то въезд. Вот там был въезд прям такой. Могу назад дать? Ну, немножко назад. Вижу пенек есть, столба нет? Нет, не здесь. Нет, не вот это? А вот это вот там что-то левее. Опусти окно. Так, сейчас я посмотрю. Потому что... Мы доехали немножко. Процесс поиска. Вот еще въезд. Не этот, не этот. Что не этот, то не этот. Пеши. Вот въезд. Так, тогда вот. Ага, вот это вот. Ага. Куча тут. Вот отсюда идет тоже вот промежуточек. Угу. Давай-ка я выскочу. А ну как? Как тут у тебя тут что? Раз. Посмотри туда. Ага. Да-да-да. Все, нам подходит вообще класс. Да тут по-любому нормально. Все супер. Еще и кучу надо разобрать. А зачем вон проезд? А, вот это вот да, вот. Ага. Вот это да. Вот это да, горе. Квадроциклы, наверное, немножко квадроциклы пропилили. Не, ну а колея квадроцикла видна, да. Вот они вот там заезжают. И вон туда посмотри. Нет, не ходили машины. Это еще будет на скутере. Да нет, нормально. Ой, ты приколись. Не, ну я без пиджака сюда не поеду. Нужен пиджак, чтобы такой грязь есть. Ты что? Ой, слушай, а дальше-то вообще красота начинается. Да я тебе что и говорю. А сейчас смотри, до сентября еще нальет водички. Да, нальет, и вообще будет красиво. Да пилить, где-то будем растаскивать, где-то пилить. Смотрите, какой
запилили. Угу. Туда дальше, там объездик есть такой, они уходят. Ну, там несколько деревьев будет пилить. Угу. В общем, меня не надо особенно. Нет, надо, надо. Вы не переживайте, у нас прикая красота вот тоже по лесу. Да, ну что, за грибами, что ли? Грибы пасли. Так, ну пойдем, вот понятно. Если такой маршрут вас устроит. Дед, расскажи, пожалуйста, про маршрут, расскажи. То есть откуда, докуда, значит, про кормушки расскажи. Вот это начинается 12-й квартал и кончается 19-й квартал. А по географическому названию? Ну, по кварталам я иду. Хорошо. Да, это... Не будем про... Не-не, про географию мы ничего не говорим, пусть секретом будет, чтобы сюда кто, грубо говоря, чтобы посторонние не знали. Начинается маршрут, если на протяжении 10 километров, это если проехать Ворю, еще за Ворю, угу. Еще там 2,2 километра. Угу. Ну, будет болото большое, болот много будет, завалы лесные будут. В общем, всего будет хватать. Удовольствие получите. Ну и самая главная задача наша какая? Ты расскажи, где. Наша задача, чтобы... Будем проезжать 19-й квартал. 19-й, 29-й. В этих кварталах находятся вышки, подкормочные площадки кабанов. Вот. И мы должны, соответственно, сделать такое дело, чтобы, значит, каждый участник должен будет с собой привезти, мы укажем на место, где мы это возьмем, значит, подкормку, значит, включая, значит, это всех экипажей касается. И плюс мы должны сделать следующее. Мы должны, значит, весь этот путь, соответственно, расчистить от завалов, от сухостоя, от, значит, то есть сделать нормальную дорогу, грубо говоря. То есть так, чтобы там, значит, более-менее могли двигаться там. Вот мы фотографии позже выложим, так, техника деда там в будущем, значит, в ближайшем, значит, автомобиль, который мы ему, значит, всем нашим большим коллективом соберем и сделаем. Куда пошли? Какие грибы? Давай возвращайтесь. В общем, так. В основном по этому маршруту я сейчас все согласовал. Хорошо. И, чтобы не было никаких претензий, потому что сами видите, вот что получается. Не, мы делаем это, сразу говорю, совместно с Щелковской администрацией, с комитетом спорта и туризма. Значит, со Святским, значит, мы разговаривали, и, соответственно, вот. Это круто. Это надо делать. Мы должны этим самым... За что меня не любят? Потому что я всегда поднимаю основные вопросы, основные проблемы. Мы должны приносить пользу своей стране. Если мы сами, где живем, там пользу не будем приносить, то значит, грош нам цена всем. Вот этот просек мне нужен и будет для работы. Для работы. Да, для работы мне в зимнее время проходить маршрут. Это маршрут, зимний маршрутный учет. Значит, на расстоянии этого очень близко тоже не надо. Вот на расстоянии этих 10 километров мы определяем, сколько на маршруте зверей у нас. Понятно. Подсчитываем следы. Понятно. Первое идет сначала затирка у нас, проходим, а потом уже считаем. Вот. Это очень правильная, интересная информация. То есть, господа, всем, значит, нашим соклубникам, всем джиперам, которые имеют минимум, значит, подготовку в трофи ТР-3, ТР-4, ТР-5, то есть минимум лебедки, минимум там, значит, виткорезы, багажники, то есть хорошо подготовленные машины, милости просим сделать доброе дело и в нашем Щелковском районе, значит, помочь лесному хозяйству и... Не охотничьему, лесному. Лесному охотничьему хозяйству, вот, и сделать, как говорится, благое дело. Не гадить и портить, ломать там, сжечь и так далее, а сделать реально полезное дело. Значит, для себя, для своей страны, для земли, где вы живете. Ну, все, пока. Вроде бы. Что-нибудь добавить? Нет, все. 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 Все тогда. Добавлять будем в тот момент, когда будем ехать. Значит, примерно мы запланировали этот в 20-х числах будет. Кстати. Сентября. Да. 20. Вот в этом месяце, в 20. Или 20-го, или 27-го. Ну посмотрим. Я думаю, лучше 27-го. 27-го. Да. 27-го. 28-го совещания. Ну, это все устроено.
Прошел, мне придется половину с вами проехать. Да, да хоть все. Да, хоть все. Хоть все пройдите. Будем топиться. Сарайгу хочешь? Не хочу. Ну, в общем, как... Белые все собрали. Нет. Вас устраивает? Это шоколад. Как мой отец говорит, половина сахар, половина мед. Так, вот здесь вот только запомнил. Ну, я поеду с вами, кто запомнил. Ну, да. А то я сам чуть-чуть сбился. Да не, на самом деле легко, перед заправкой сразу. Все. Не, тут перед заправкой, нет, вот это вот поворот. Ну, он единственный, это единственная дорога. Найдем. Больше нет ничего. Что, вот тут ему служит? А что сборов 4? А, вот. Все есть. А, леший вот. Присоединяйтесь к нашей территории общения. Значит, присоединяйтесь к региональному внедорожному клубу Леший. Всем рады. Всегда. Вот. Скоро еще один, как говорится, проект нормальный такой, благотворительный и созидательный. Всем привет, все, увидимся в следующий раз, до свидания.